Россия, она ассоциируется с многими разными вещами, таким как самовар, водка, отсутствие демократии. Вот самовар мы сюда привезли, водку забыли, отсутствие демократии догнало нас само. Мы пытаемся с ним бороться здесь. Ну, медведи тоже бывают, забредают, но не так далеко. Мне посчастливилось учиться вначале в МГУ, потом в Лондонской школе экономики, потом здесь, в АШУСе, я бизнесмен. У меня бизнес был в России, сейчас, к несчастью, он переехал в Прибалтику и частично во Францию. С людьми, которые сегодня сидят в разных СИЗО, мне приходилось вместе работать там с Алексеем Навальным, хотя я не поддерживаю последние движения в области там национальных отношений, но мы вместе делали какие-то вещи. Я еще раз призываю всех подумать только об одной вещи, что то, что делает сегодня власть, по большому счету, она заклеивает рот, арестовывает тех самых людей, которые от имени нас пытаются что-то говорить. И поэтому первым требованием нашей петиции является прежде всего обеспечение тех самых прав, которые зафиксированы в нашей Конституции в 30-31 статье, в первой Декларации прав и свобод 48 года, в Пакте 66 года. Именно эти законные требования мы требуем, чтобы были исполнены прежде всего в России. Еще раз прошу всех подписаться, и мы постараемся, чтобы эти подписи сыграли свое дело. То есть те люди, которые могут говорить, которых услышали бы в Москве, чтобы они были отпущены и чтобы они продолжали бороться в России за наши с вами права. Спасибо.